Пожалуйста, Курская область. Государство не обеднеет. Забирайте. Забирайте. В настоящее время ситуация в регионе сложная. Конкретно говорить. На сегодняшний день под контролем противника находится 28 населенных пунктов. Ты давай дальше, в глубину проблемы. Глубина проникновения на территорию Курской области составляет 12 километров. Не могли бы мы где-нибудь здесь организовать небольшой забег в ширину? Ширина по фронту 40 километров. Бляха, як же це круто! Послушайте. Я вас внимательно слушаю. Алексей Борисович, это военное ведомство вам доложит, какая там ширина и глубина. А что надо? Вы расскажите нам про социально-экономическую ситуацию и о помощи людям доложите. Прекрасная маркиза. Все хорошо, все хорошо. С этого надо начинать было. Ну я туда приехал. И этот туда же. Меня никто нигде не остановил. 100 грамм, не стоп-кран, дернешь, не становишься. Вчера еду с Нижнего Новгорода, подъезжаю к дому, палкой машут. Как у вас дела? Я вам про искусство, а вы про перегар. Нормально дела, вот туда бы всех, честно говоря, там. Вот козло, мозги убивает. Все натовские генералы изучают нашу реакцию. 100%. Это как? Они смотрят, возможно, невозможно. Мир делится на две категории. На тех, кто верит в невероятное, и на тех, кто совершает невозможное. Напомню, что у нас самая длинная государственная граница с самым большим количеством беспокойных соседей. С таким соседом расслабляться не можно. При этом численность нашего населения отнюдь не запредельно высока. А население пьет. Исходя из чего, и мобилизационный ресурс, и все прочие ресурсы тоже не безграничны. Не знаю. Даже моих ресурсов тут не хватит. Поэтому мы не можем действовать методами экстенсивными. А как? А чё? Мы должны действовать умно. Ну ты же у нас такой умный. Нам надо извлекать уроки. Другим сам урок будет. Нам надо провести глубочайший анализ того, что произошло. Ты сам сказал, что у тебя там придурки работают. Криво, по тупо роги. Вот. Конечно. Конечно. Да-да, по тупи видно, конечно. В конце августа, в начале сентября, я думаю, что будет еще более крупномасштабная наступательная операция со стороны Украины. И где же? Не исключено, что это будет на юге. А черти, ведь могут, когда захотят. Опять же будут пытаться перерезать сухопутный коридор Крыму. Так, а что ты вздыхаешь, что не так? Они будут стремиться к этому. Но ведь мы как раз к этому и стремимся, к точности. Ну, конечно, а что же я свою землю отдам, что ли? Забирайте. Ора меньше будет. Мы не ожидали такого самого. Правильно. А они? Они, конечно, сейчас валят на нас, что русские вероломно напали. Но где же вероломно напали? Как все было на самом деле? Ну, на самом деле, они же развязали. Мы никого не трогаем. Господи, какие же вы все тупые.